парке Победы собрали прошлогоднюю листву и мусор. На субботник вышли депутаты, активисты, волонтеры и жители Советского района. К ним присоединились и председатели общественного молодежного парламента. Алексей Сатонин считает, что субботник – важная традиция, которая приучает людей к чистоте и порядку. Поэтому он вышел убираться вместе со своими коллегами. Мы это делаем не для кого-то, не для какой-то организации, там, не для чего-то, не для какого-то мероприятия. Мы это делаем сами для себя. Поэтому здесь такая солянка из участников, и она говорит о том, что люди готовы провести общественное пространство, на которых сами же гуляют, сами же находятся, сами же проводят время. Вот и вся значимость, это заключается она в понимании людей о том, что приятно находиться и жить там, где чисто. Перчатки, грабли и мусорные пакеты – все предоставили сотрудники парка. Все, что требовалось от участников субботника – желание привести в порядок места, где они любят отдыхать и проводить время. Совместными усилиями неравнодушные горожане собрали около 400 мешков мусора. Конечно, нужно каждому из нас уйти вот от какого-то такого потребительского сознания, что кто-то должен за меня сделать, там, и убраться, и почистить, и посадку произвести саженцев. Вот. Нужно помнить, что есть и общественная деятельность, есть общественное пространство. Вот. И я благодарю всех самарцев, кто неравнодушен, кто трудится, а таких большинство. Сегодня такой радостный день, что после такой суровой зимы, и смотрите, какой уже зелень появляется, и что молодежь в парламент, все собрались, молодежь, убираем от души. Теперь убранный парк Победы радует жителей города и готов к великому празднику 9 мая. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.